В этот день те люди, которыми ты восхищаешься, убили 184 ребенка. Порадуйся вместе с ними, ты же разделяешь их взгляды, урод. Подавись в своей желчи, человек с ником G. Я не разделяю никаких взглядов, о которых ты говоришь. Для меня это такая же великая трагедия, то, что произошло в Беслане. Просто я, в отличие от таких, как ты, я предпочитаю называть виновниками тех людей, которые действительно в этом виноваты, тех, кто убил этих детей, при этом не снимая ответственности с тех, по чьей вине стало возможным убийство этих детей. Поэтому я никого в этой истории не оправдываю, имея это в виду. Я осуждаю всех, кто был к этому причастен. Тумсо, трагедия в Беслане – это дело рук российских спецслужб. Трагедия в Беслане за убийство этих детей, непосредственно расстрел этих детей, несет ответственность российское государство. Но это не снимает ответственности с тех, кто поставил под угрозу этих детей. Просто мы, когда мы говорим, что этих детей убил Путин, что их убило российское государство, мы говорим о том, кто в них стрелял непосредственно. Если было совершено это преступление, эти дети были взяты в заложники, то российское государство обязано было в первую очередь побеспокоиться о жизнях этих заложников, а не расстреливать их, не расстреливать школу полную, переполненную заложниками. 1200 человек, вы представляете себе, они обманывали всех, да, и россиян, и мировое сообщество обманывали, говорили, что сначала они называли число 100 с чем-то заложников, потом они в итоге 300, по-моему, с чем-то назвали, а их было 1200. И вы представляете, переполненную эту школу, где было 1200 заложников, они расстреливали из танков, гранатометов и огнеметов, не говоря уже там о стрелковом оружии. Поэтому ответственность за смерть этих детей несет российское государство. Но это не снимает ответственности с тех, кто захватил эту школу. Конечно, они тоже несут непосредственную ответственность за все это. Это было преступление, безусловно. Оправдывать его никак мы не можем. Но при этом нужно называть главных виновников всего этого. Тумсо, помимо фильмов, давно существует сайт «Правда Беслана», где есть все многотомные документы. Смело посылаю всех людей туда, пусть смотрят и читают. Да, здесь просто видите, когда начинается, когда какая-то информация начинает массово литься со всех ресурсов, то больше людей об этом узнают. Одно дело, когда есть сайт, но мало кто будет целенаправленно искать эту правду на этих сайтах. А когда тебе с одного канала, с другого постоянно об этом говорят, то хочешь не хочешь, люди об этом слышат, какой-то интерес к этой информации появляется, люди начинают задумываться. И самое главное, что здесь эту информацию ведь дает там не Тумсо или там еще кто-то, да, эту информацию дают матери Беслана. Это они называют ответственных за убийство этих детей. Они рассказывают всю эту правду, которую так не хочет, да, государство, чтобы эту правду рассказывали. И никто не может обвинить матерей Беслана в том, что они какие-то там, в чем-то они заинтересованы, что они какие-то там агенты иностранных спецслужб, пятая колонна и так далее. Как раз-таки вот это и есть те люди, которые абсолютно беспристрастны. Те, кто пострадали в этой, главные пострадавшие в этой ужасной трагедии. Митрандир Эрландур. Этих детей убила твоя власть, пожертвовала сотни детей ради того, чтобы достать 3-4 человек. Нет, на самом деле они сделали это не для того, чтобы достать 3-4 человек. Здесь очень важно понимать, что то, что сделал Путин, по сути, это было очень эффективно. Да, сейчас мы перейдем такие немного кощунственные рассуждения. Это не значит, что я как-то это оправдываю. Просто я пытаюсь понять, как думал Путин, как он принимал эти решения. И с точки зрения эффективности того, что он сделал, это было очень эффективно, безусловно. То есть, убив этих всех детей, 300, там сколько, 200 с чем-то, по-моему, детей погибло, да? А точнее, общее число 200 с чем-то человек погибло, из них 100 с лишним детей. Вот представьте себе,
Путин, приняв решение убить этих детей, по сути, он дальше уже закрыл двери к подобного рода террористическим актам. Была как бы это с точки зрения вот этой кощунственной логики путинской, было ли это эффективно? Да, конечно, это было эффективно, потому что после этого как бы уже любой, кто таким образом пытался решить проблему войны в Чечне, захватить где-то заложников и поставить условия вывести войска, эти люди уже поняли, что это не имеет смысла, что Путин, если он убил детей, граждан своей страны, то он ни перед чем больше не остановится. Ты хоть что угодно теперь там захватывай, хоть ядерный реактор захвати, Путин пойдет на уничтожение и этого ядерного реактора, и город, если надо, он полностью, и район, и область всю уничтожит. То есть он как бы показал, Путин показал тем самым этому миру, что для него нет никакой ценности, ни детей там, ни области хоть всей России, плевать он не хотел, он пойдет на любые жертвы, так что совершать подобного рода теракты смысла нет, как бы он это показал. С этой точки зрения, абсолютно отвратительно, кощунственно, это было, конечно же, эффективно. Но здесь есть обратная сторона этой истории, это то, что абсолютной ценностью является жизнь человека, тем более жизнь ребенка. И когда вопрос касается жизни детей, то здесь должна отключаться любая какая-то политическая там выгода и все остальное. Здесь нужно было думать, вот первая задача должна была быть такой, спасти этих заложников, в первую очередь детей. Это должна была быть первая задача. И ради этой задачи Путин должен был, обязан был хоть войну остановить, хоть капитуляцию подписать, хоть Чечне и весь Кавказ еще отдать. Он должен был идти на все, что угодно. Там должны были проходить переговоры, он должен был идти на уступки. Вот так должно было это все работать. И в этом плане оказалось, что ельцинское правительство тогда, Черномырдин и так далее, они были куда гораздо более либеральными. Это слово либеральное, которое сейчас такое модное, которое по сути означает, что либеральная ценность – это абсолютная ценность человеческой жизни. И вот оказалось, что ельцинская мафия была гораздо более либеральной, чем путинская. И это не удивительно, потому что Ельцин не был выпускником спецслужб. Он не был работником КГБ, да, ну кадровым, по крайней мере. А Путин, он человек из спецслужб, поэтому у него совершенно иначе работает мозг. Для него совершенно другие ценности. Они человеческие жизни, в том числе и детские жизни, они рассматривают как расходный материал. Дело просто в цене. И вот он смотрит, что здесь как бы для него в его в этом списке ценностей, да, в этом графике, что у него более для него ценно. И вот в этот момент, когда он, видимо, принимал решение, решил, что решение этой проблемы таким образом будет ценнее, чем жизнь этих детей. И пошел на убийство. Тимур справедливый. Ассаламу алейкум. Сегодня в Осетии дни скорби о погибших в Беслане. Мы всем народом проклинаем Басаева и весь его род и всех, кто к этому причастен. Каким бы ты его ни считал героем, он подлый, мерзкий, безжалостный и беспринципный подонок. Тебе, Тумсо, желаю здоровья и мирного неба над головой. А Тимур справедливый. Я не буду здесь с тобой спорить. Я думаю, что любой человек, который причастен как-то к этому горю, он имеет право на то, чтобы давать этому свои оценки. И в том числе и такие нелестные в адрес Басаева и любого другого человека. Поэтому я тебя лично никак не осуждаю и не навязываю тебе какого-либо мнения. Но одно я тебе точно скажу. Точно так же, как ты проклинаешь Басаева и всех тех, кто причастен к этой трагедии. Ты еще назвал там род Басаева, хотя я не знаю, при чем здесь его род. Если ты действительно Тимур справедливый, то точно так же проклинай и всех тех осетинских преступников, которые участвовали в Алдынской трагедии, в убийстве мирных людей. И вообще всех твоих в общем, людей из твоего народа,
которые служили в этой армии и в рядах этой армии приходили убивать и убивали мой народ. Проклинай также их тоже. Будь действительно справедливым, Тимур. Байсангур, согласен ли ты с утверждением, что вступать в переговоры с так называемым неприемлемо? Неприемлемо, поскольку если пойти на какие-то уступки, то акты будут продолжаться. Нет, я не согласен. Я не согласен. Уйди отсюда. Я убежден, что наоборот нужно такие вопросы, где на кону стоят жизни людей, ни в чем не повинных. Наоборот, нужно это пытаться решить с помощью переговоров. Как-то нужно избегать подобного рода жертв, потому что то, что случилось в Беслане, то, что случилось в Норд-Осте, это просто непростительные преступления российской власти. Это отвратительно. Тимур справедливый, ты подонок несчастный. Ты не стоишь ногти Басаева. Шамиль Басаев – герой чеченского народа. Если он совершил бы 1000 таких бесланов, иншаллах, в будущем такие подонки, как ты, будут отвечать своими языками за оскорбление Басаева. Иншаллах, Шамиль Басаев – герой всех чеченцев. Видите, есть разные мнения. Я не хочу здесь выступать в роли судьи. Пускай тот, кто ненавидит Басаева, он имеет на это право. Тот, кто любит Басаева, он тоже, наверное, имеет на это право. Поэтому здесь я не буду судить. У каждого есть своя голова. Но вне зависимости от этого никто не может сказать, что Беслан не является трагедией. Беслан – это величайшая трагедия. Пусть каждый, кто не считает, если он не считает это трагедией, пусть представит, что там сегодня в школу пошел его ребенок, его сын или дочь. Пусть представит, и через себя это пропустит. Интегрини,